Болезнь – это война, происходящая внутри организма человека, связанная с тем, что человек допустил врага на свою территорию и первое время не знающий, как бороться с этим врагом. Поэтому он хватается за все подряд, и враг проникает все глубже и глубже. Страдают органы, страдают суставы, страдает психика, возникает страх. Если человек слаб психически, слаб физически, то враг потихонечку его побеждает. Если человек имеет разум, умеет победить страх, преодолеть лень, то он победит любого врага, проникшего на его территорию. Связано с это с сердцем, с мозгом, с органами внутренними или с суставами. Всегда в организме человека есть лекарство, которое не покупается в аптеке, но эта аптека есть внутри самого организма. Среднестатистический пациент ленив, труслив и слаб, но если у него есть терпение, труд и выполнение разумных рекомендаций врача, он победит любую болезнь.